Если я не знаю, как вы себя чувствуете, я не знаю, какое ваше здоровье, самочувствие и вообще. Если вдруг что-то будет тяжело, больно, вы можете абсолютно спокойно. Сделайте так, чтобы вы тратили время на подготовку гораздо меньше. Это плохо. Расслабьте плечи. Забудьте обо всем. У вас две простые физические задачи. Первая – услышать. Вторая – помогать. Все остальное не существует. Забывайте про ноги. Либо наоборот, просто достаточно на ноги работаем, а про руки вы забываете. Включите все вместе. Так, секунду, простите. И все-таки я случайно сказал, что мне нужен друг. Вариант танца – это как немножко другой вариант. Мне нужны круги, вот именно круги. Попробуйте еще раз. Одновременно. Кисти внутрь, стоп наружу, либо наоборот. Одновременно. Скорость мне абсолютно не могу. Нет, вас все нужно. Потому что умение двигать своими собственными частями. Нет, у вас все будет. Во время движения. Застывать нельзя. Стоп! Считайте. Согласен? Считайте любые три. А теперь любые четыре. Любые четыре. Считайте. Любые четыре. Стоп. У вас коленка стояла. Считайте. Очень четыре. У меня четыре идет. Всегда пять точек опоры. Одна позиция меняется на другую. Придумай. Заняли. Считайте. Считайте. Сейчас верно. А теперь любые две ноги не считаются. На полу всегда две точки опоры. Две ноги не считаются. Две ноги не считаются. Только стой, аккуратнее. Только.
наверх, в потолок. Вы висите на двух точках. Висите на двух точках. Попробуйте. Но опорная нога, правая нога, она примита в пол. Вот это ваша опора. Вот это ваш каркас. Вот это вас валит. Попробуйте. Стоп, секундочку. Сняли. Приняли удобное положение, чтобы не упасть, и начали себя валить руками. Если вы падаете, вы проигрываете сами себе. Откиньте руками. Можно добавить голову, можно добавить плечи. Сняли. Вы сейчас поменяете ногу. Советую прибавить все-таки амплитуду и разнообразие. У вас две задачи. С одной стороны вы должны упасть, с другой стороны вы должны стоять. Ногу поменяли. И еще раз. Сейчас поменяем просто. А теперь, наверное, теперь самое вперед, не уходите вперед, в сторону, не изгибайтесь, руку.